Vista International представляет. В вечерних выпусках новостей по телевидению нам все время напоминают, что мы живем в мире полном насилия. После захода солнца многие из нас стараются не ходить по улицам и не заходить в публичные парки. Мы чувствуем себя в безопасности дома, за запертыми дверьми. И мы себя чувствуем в полной безопасности в какой-нибудь местной соседней кофейне. Фильм, который вы сейчас увидите, покажет вам, что случилось в одной из таких кофеен. Кровавая среда. Мистер Грейвс, как дела? Как дела, Джейк? Моя машина готова, я надеюсь? Механика зовут Гарри, он там сзади. Okay. Хорошо, спасибо. Вы Гарри? Нет, Гарри вон там. Моя машина! Моя машина! Джейк! Где мотор? Здесь двигателя нет! Моя машина! Ты что, Гарри, а? Ты к 4 часам должен был закончить машину. Что с тобой? Не могу. Что ты не можешь? Я не могу собрать обратно двигатель. Почему нет? Я забыл, как. Что это значит? Забыл. Ты сотни машин собирал, разбирал. Как ты мог забыть? Ничего не сходится. Ничего не сходится. Джек, я на тебя в суд подам. Мистер Грейвс, подождите, пожалуйста. Нет. Ты будешь иметь дело с моим адвокатом. Ничего не сходится. Бен? Джейк. Я Джейк. Приезжай за братом, что-то не так. Да, что-то очень не так. Да. Сейчас же. Ладно, Гарри. В чем дело? Ты что, пил? Курил какую-нибудь гадость? Таблетки принимал? Ничего. Просто я не могу никак найти место для всего этого. Как ты не можешь найти место? Это все части двигателя. Ты разобрал его, теперь собери обратно. Ты не понимаешь, Бен. Ты просто не можешь понять. Объясни мне, ну? Объясни мне, я хочу понять. Бен, мне нет места. А если мне нет места, я не могу найти место для всего остального. Убери его отсюда, он уволен. Не нужно меня ненавидеть, Бен. Поедем домой. Воскресенье, день рождения матери. Пойдем на кладбище. Цветы принесем. Я с удовольствием. Ой, я забыл. Я обещал Энни увезти ее в Диснейленд. Ладно, в другой раз съездим. Мне пора бежать, Гарри. У меня дела. Hallelujah.
Эй, в чем дело? Подождите минутку, подождите. Нет. Нет. Скажите, почему ваш муж появился в церкви совершенно голым, миссис Кёртис? Он мне не муж, он мне бывший муж. Мы с ним развелись. Он сидел как сумасшедший. Он сумасшедший, доктор? Мы это слово не употребляем в профессиональном смысле. По-моему, он псих. По-моему, вас не очень беспокоит его состояние. Да пусть он подохнет, мне-то что? Он был жесток с вами? Он бил вас? Нет, нет. Гарри неудачник. Я ему подарила лучшие 6 лет моей жизни. Но, как я сказала, он от рождения неудачник. Я не хочу с ним иметь ничего общего. Но мы не можем просто выпустить его на улицу. С ним кто-то должен быть. Но только не я, понятно? Хорошо, миссис Кёртис, вы можете идти. Он не опасен? Это все, миссис Кёртис. Вы находитесь в психиатрической лечебнице. Вы не можете отсюда выйти, пока мы не сочтем, что вы можете о себе позаботиться. Я написала отчет о вашем состоянии. Написала, что вы опасны. Я не чувствую, что я опасен. Вы ничего не чувствуете. Поэтому вы больной человек. А может быть, все остальные больные? Слишком много психов вокруг. Может быть, вы тоже сошли с ума? Вы отказываетесь помогать нам. Вы ведете себя так, как будто вы совсем один в этом мире. Вы ошибаетесь, доктор. Я не хожу за маленькими девочками в темные уголки парка. Я не хочу убить никакую старушку. Ножом я только хлеб режу и больше ничего. Я никого не убивал. Если бы вам было 80 лет, я бы вам поверила, но вам 30 лет. Вы сильный человек, полный энергии. Понимаете, что вы можете сделать, а? Я ничего не могу сделать. Мир в опасности, вас прятаться негде. Тогда куда же мне бежать? А бежать не надо. Нужно адаптироваться. Это единственный способ выжить. Адаптироваться. Хорошо. Да найти работу, 3 раза в день питаться, принимать витамин С. Так перестаньте вы здесь умничать, а вы перестаньте ко мне лезть. Мой брат Бен, он готов поручиться за меня. Он известный бухгалтер большой фирмы. Я говорила с вашим братом. Он предоставил решать мне. Так испытайте меня. Там уже, по-моему, прошел все ваши тесты и проверки. Да, прошли. Так почему я все еще здесь? По-моему, вы еще не готовы. А может быть, вы что-нибудь съели с утра, и поэтому у вас такое ощущение, что я не готов. Я, наверное, все говорю неправильно, да? К сожалению, Гарри, у нас здесь нет свободных мест. И у меня нет никаких прав оставлять вас здесь. Чтобы я сама об этом лично не думала, мне придется вас выпустить. Условно. Но вы должны являться ко мне 2 раза в неделю, еще в течение 3 месяца. Спасибо, доктор. Отель уже несколько лет закрыт. Поскольку я официально назначен его бухгалтером, хоть он и не работает, мне разрешили предоставить 1 комнату для тебя. Как ты себя чувствуешь, Гарри? Нормально. Прекрасно. Вот там есть телефон.
У тебя комната на верхнем этаже. У тебя там тоже есть телефон. Вот ключ от двери. Дверь должна быть всегда закрыта. Мне нужно бежать на работу. Гарри, я потом привезу твои вещи, хорошо? Пойдем, я тебе покажу, где кухня. Помни, дверь должна быть всегда закрыта. Я привезу тебе еды. Черт, я здесь был утром, а кофе здесь не было. Я хотел бы выпить кофе. Я тебе потом привезу кофе, хорошо? Как ты попал в голос в церковь? Но я услышал колокол в воскресенье, утром я вышел и пошел в церковь. Без одежды. Я думал, что я одет, я проснулся, понимаешь, и так как-то не сообразил. Это с кем угодно может случиться, Бен. Это случилось только с тобой. Мне нужно ехать на работу. Послушай, это очень серьезно. Быстрее приезжай, я буду ждать тебя у двери. Кто здесь? Смотрите, а? А ты здесь что делаешь, парень? Эй, ты. Ты Петик, небось, да? Пошли. Ладно, мы с тобой еще разберемся, свинья. Вы правильно сделали, что вызвали полицию. Они пытались задержать их сам. Ты мертвец, понял? Пожалуйста, помогите мне, пожалуйста. Откройте дверь, пожалуйста, откройте дверь. Что с вами? Откройте дверь, пожалуйста. Пожалуйста, послушайте, откройте дверь. Скажите, кто вы? Пожалуйста, откройте дверь. Пожалуйста. Thank you.
Это что еще такое? Зачем тебе этот ключ? Здесь были какие-то странные звуки. Кто-то стучал ко мне в дверь. Ты что, пил, Гарри, что ли? Я не пью. Отель пуст. Тебе никто в дверь не стучал. Может быть, мне это приснилось? Ты меня напугал до смерти. Знаешь что, давай вести себя спокойно. Хорошо, чтобы больше было без накладок. Ладно. Хорошо. Ну и прекрасно. Я заеду через день, через два. Я скучал без тебя, медвежонок. Здесь нам будет очень хорошо. Мне здесь не нравится. Придется здесь какое-то время пожить. Я не хочу, Гарри. Сколько нам здесь придется жить? Пока не найду работу. А тебя же все время увольняют с работы. Не волнуйся. Все будет хорошо на этот раз. Вот увидишь.
Алло, это номер 1237. Пожалуйста, пришлите мне носильщика и кофе. Что? Кофе, пожалуйста, немедленно. Номер 1327 заказал кофе. Ты здесь новенький, да? А вы здесь давно работаете? С самого начала. Как только отель открылся более 40 лет назад, всю жизнь здесь работал. Всю жизнь одно рабочее место? Мне повезло, наверное. А как же номер 1327? Она заказала кофе. Там в этой комнате никого нет. Много лет назад кто-то там выпрыгнул из окна. Через 3 месяца произошло то же самое. И с тех пор номер 1327 закрыт. Там никто не живет. Что вы здесь делаете? Я живу в этой гостинице, а вы кто? Я охрана гостиницы. Уже постучать не могли, в чем дело? Как вы попали сюда? Отель закрыт. Как? Я приехала? В чем дело? Что с вами? Это, наверное, мой муж. Алло. Миссис Уилстон? Да. Произошел несчастный случай. Все 4 пассажира машины погибли, включая вашего мужа и вашу дочь. Мою дочь? Она выбросилась. Это было 28 лет назад. Но халат. Я пытался остановить ее. Она бросилась вниз 28 лет назад. Гарри, о чем ты говоришь, черт возьми? В отеле никого нет. Носильщик? Какой носильщик? Послушай, там нет носильщика, никто не заказывал кофе. Тебе говорю, пуст этот отель, пуст. Соберись, а? Перестань вести себя как сумасшедший. Ты где? В постели? Встань с постели и прими горячую ванну.
Нет, я не могу приехать сейчас. У меня слишком много дел. Встань с постели, прими горячую ванну, отдохни. Все в порядке. Спасибо за помощь. Вам придется идти с нами в участок, подписать протокол. Я приеду, как только смогу. Вы можете нас оставить на минутку? Еще раз спасибо за помощь. Что ты там делал на лестнице? Я не пытался броситься вниз. Ты был голый, как в тот день, когда ты пошел в церковь. Я тебе сказал. Я тебе все рассказал, что произошло. Мне плевать, что произошло. Оставайся в гостинице и одетый, понятно? Хорошо. Господи Боже. Но почему все это обязательно со мной происходит? Ну ладно, какого черта? Как вы попали сюда? Перелез через стену. Сейчас же уходите. Я вам ничего не сделаю, не бойтесь. Если вы не уйдете, я вызову полицию. Вызывайте. Что вам нужно? Вы меня пригласили. Я не приглашала вас. Значит, я сам себя пригласил. Не нужно смотреть меня так, как будто я животное. Ладно. Вы хотите поговорить? Давайте поговорим. Я пришел сюда не для того, чтобы разговаривать. Я хочу совсем другого. Много лет я не играл. Ну, попробуй.
Я думал, вам понравилось. Что понравилось Гарри? Last Thursday. Ну, то, что было в четверг. What about last Thursday? А что было в четверг? You don't remember? Вы не помните? I don't know what you're talking about. Я не знаю, о чем вы говорите. I came to your house. Я был у вас дома. You must have dreamt it. Вам, наверное, это приснилось. I didn't dream it. Нет, мне это не приснилось. Why are you denying it? Зачем вы это отрицаете? You actually believe you came to my house? Вы действительно считаете, что вы были у меня дома? And you believe you spent the night with me? И вы верите, что вы со мной провели ночь? Harry, listen to me carefully. Гарри, послушайте меня внимательно. You never came to my house. Вы никогда не были у меня дома. Мы никогда с вами не проводили ночь. Этого не было. Я бы не стала вам лгать. Я бы не стала говорить, что то, что произошло на самом деле, не происходило. Поверьте мне. You know it, but you still don't believe me. Я знаю, вы мне не верите. ФБР. FBI, may we come in? ФБР, можно войти? Нам сообщили, что кто-то с верхнего этажа целился из винтовки по летящему самолету. Отель закрыт. А вы где живете? На верхнем этаже. У вас есть винтовка? Нет. Можно нам осмотреть вашу комнату? Вы целились из швабры по летящему самолету. Это не запрещено законом, но это была плохая шутка. Я бы на вашем месте не стал больше это делать. Ну что, протокол будем составлять? Я думаю, это будет выглядеть слишком глупо. Пошли отсюда. Там.
Ну что, теперь тебе бежать некуда. Ты думаешь, тебе твой медвежонок поможет, да? Теперь тебе конец. Почти. А вы сейчас умрете. Мы все собрались здесь, и вы умрете. Ваша честь, вы выслушали свидетельские показания. Осталось лишь произнести приговор. Отпусти нас замолчать. Приговор, ваша честь. Виновен. Повезло тебе. Сукин сын. Приговор, ваша честь. Виновен. Виновен? Я ничего не слышал. Виновен? Я ничего не слышал. Опять повезло. Приговор, ваша честь. Невиновен. Невиновен? Ты уверен, медвежонок? Невиновен. Тебе повезло больше других. Он сумасшедший. Он с нами играл в русскую рулетку. А вот там нечего было делать. Да псих он. Опасно таких на улицу выпускать. Полиция к нам лезет, а он педик. Из-за него мои лучшие джинсы испорчены. Да, вонь до сих пор чувствуется. Иди лучше в душ. Мы убьем его. Он покойник уже, можно считать. Кто там? Я. Гарри. Входите. Только должен сразу спросить. На этот раз все по-настоящему? Все по-настоящему, Гарри. Вы меня не выгоните? Нет, я не выгоню вас. Я вам не помешал? Нет, я сразу не могла заснуть. Сядьте. Садитесь поудобнее. Вам принести что-нибудь выпить? Нет, спасибо.
А не странно ли приходить сюда так поздно? А я на время не обращаю внимания. Я могу остаться здесь до утра. Вы не против? Нет, не против. Вы можете переночевать на диване. Я принесу одеяло и подушку. Гарри. Да, я могу идти. Гарри. Вы будете спать на диване, я все приготовила. Зачем? Я хочу, чтобы мы были друзьями. Я сегодня не ужинала. А вы? Что у вас есть в холодильнике? Посмотрим сейчас. Так, молоко. Я кофе пока включу. Знаете, Гарри, что? Я никогда не была на танцах, а я очень неплохо танцевал в детстве. Я вас приглашу на танец как-нибудь. Правда? Ничего, это на счастье, Гарри. А это для меня на счастье. Милая ты все-таки. Эй, Гарри. Ну как ты? Джейк. Мне нужна работа. Ну, не знаю. Меня чуть не уволили из-за тебя. Мы потеряли лучшего клиента. Ну, Джейк, ты ведь знаешь, я лучший механик. Ты был лучшим механиком. Мне нужна работа. Джейк, я умоляю тебя. Послушай, не я же здесь хозяин. Я здесь всего лишь управляющий. Как я объясню это боссу? Ну, ты ему ничего не будешь говорить до тех пор, пока я не сделаю что-нибудь хорошее. Нет. Нет, я не могу так рисковать. Джейк. Джейк, возьми меня обратно. Иначе что-нибудь плохое случится. А что ты сделаешь? Сожжешь этот гараж, что ли? Может быть. Ну, пожалуйста. Ненавижу, когда люди умоляют. Знаешь что? Сейчас там чинить-то нечего, клиентов немного, но... Ты вроде все умеешь, да? Клянусь, я все умею. Эй, Фред! Ну-ка, отправь Гарри в малярную. Хорошо. Спасибо, Джейк. Эй, Фред! Вы сегодня машину покрасили? Надо уже было кончить. Давайте быстрее. Какого? Красное, синий, белое. Господи ты боже, ты... Что это? Так красивее, правда, Джейк? Мне сказали просто в синий цвет покрасить, но я подумал, да ну что это такое? Все машины одинаковые, синий, красный, серый. А это, посмотри, как здорово получилось. Фред! Ну что мне делать, а? Черт, дьявол, когда же ты поймешь, Джейк, что нельзя слушаться свое сердце? Я убью его, нельзя быть добрым, я убью его. Ты уволен, сволочь, уволен, понял?
Мистер Кёртис, что вам нужно? Я в отчаянии, Сидни. А в чем дело? Я встретил девушку. И первый раз в жизни у меня такая возможность полюбить. Только я должен показать ей, что я могу сделать. На что способен? Вы говорите про деньги? Да, мне нужно очень много денег. У меня нет денег, я знаю. Но, наверное, у тебя было много всяких возможностей. Скажи, что нужно делать? Намекни на что-нибудь. Но я видел, как люди богатеют быстро, но это всегда опасно. Я готов жизнь свою заложить. Помните, я вам рассказывал про два самоубийства в номере 1327. Я видел, как женщина прыгнула из окна. Второй был мужчина, ювелир, Уолтер Бернс. Он приезжал раз в год. У него в портфеле всегда было много бриллиантов. Он останавливался в номере 1327, останавливался там неделю. И он продавал прямо в своей комнате, он никогда не выходил из отеля. Я помню, я встретил его здесь, внизу, в холле. Только мне разрешалось носить его портфель. И в тот же вечер он бросился из окна. Полный портфель неграненных алмазов. Его так или иначе, может, кто-нибудь его наш украл? Может быть. Я отнес портфель к нему, номер положил на кровать. Он за мной запер дверь, к нему никто не приходил. Откуда ты знаешь? Ну, потому что у нас работал здесь частный детектив. Он сказал, что мистер Бернс в своей комнате был один. Так значит, бриллианты до сих пор где-то в отеле? Я уверен в этом. Почему ты их не нашел? Я искал, все искали, но никто никогда не смог их найти, никто не знает, где он их спрятал. Так, ну а мне-то что теперь? Ну вы спрашивали, знаю ли я, как быстро разбогатеть. Мы будем вместе их искать, я поделюсь с тобой, Сидни. Меня уже деньги не интересуют, мистер Кёртис. Но я могу вам намекнуть. Да, пожалуйста, мне нужно хоть что-нибудь. Мистер Бернс? Все еще иногда появляется в этой гостинице. Он даже говорил, что он покончил с собой. Ну и что? Все равно с ним можно связаться. Найди его, Гарри. Найди мистера Бернса, поговори с ним. Много лет он никому не открывал свой секрет, но, может быть, тебе он расскажет. Но как я найду его? Я его никогда не видел, ни здесь, ни вообще. Ну, наверное, его можно найти в его номере 1327. Что там происходит в этом номере, не то. Ты же говорил, что ты в отчаянии. Предупреждаю тебя. Это опасное дело. Чем я могу помочь тебе, Гарри? Сидни, носильщик, сказал мне, что я могу найти вас здесь. Да. Насчет вашего портфеля. Сидни рассказал тебе про мой портфель. Он сказал, что его так и не нашли. Ты можешь поискать его, Гарри? Но если никто его не нашел, как я могу его найти? Скажите мне, где он? А зачем мне говорить тебе, Гарри? Зачем? Мы же с тобой не друзья, мы даже не знакомы. Мистер Бернс, прошу вас. У меня сейчас такое тяжелое положение, что я обращаюсь за помощью даже к незнакомым людям. У меня такое ощущение, какое было у вас, когда вы бросились из окна. Я не бросался из окна, меня выбросили из окна. Частный сыщик Блю Креймер. Он прокрался ночью в мой номер и выбросил меня из окна. Я дрался с ним, сопротивлялся, да. Он так и не нашел моих бриллиантов. What could I do?
что я могу сделать? Where do I find this Kramer? Где я могу найти этого Креймера? Ты тут слышишь странные шаги в коридоре. Да, это он. Он иногда все еще ходит здесь, пробирается на кухню. Может быть, ты увидишь дымящиеся окурки, когда ты узнаешь, что где-то рядом Креймер. Каждую ночь он стоит на улице и следит за твоим номером, пока ты не погасишь свет. А тогда, после этого он пробирается ко мне в номер и ищет мои бриллианты. Ты хочешь получить мои бриллианты, Гарри? Его. Ты кто? Охрана отеля. Что вы здесь делаете? Да я кое-что потерял здесь. Бриллианты? Может быть. Ты не отступаешь, да? Я знаю, что они где-то здесь. Эти бриллианты принадлежат Уолтеру Бернсу. Он мертвый. Бриллианты принадлежат тому, кто их найдет. Они принадлежат мне, да? А помнишь, как он умер? Помню. Еще бы. Ты же убил его. Кто тебе это сказал? А это разве не правда? Эй, мистер. Вот так давно, что это все уже в прошлом. Ты не ответил на мой вопрос. Он выпрыгнул из окна. Об этом даже полиция написала в протоколе. Конечно, потому что ты сообщил в полиции, как он погиб. Что тебе нужно? Бриллианты так и не нашли. Они принадлежат мне. Эй, ты что, хочешь со мной поделиться? Нет, я делиться не буду ни с кем, они все мои. Ты зачем это сделал? Я убью тебя. Ты сумасшедший. А ну иди. Там, 13 этажами ниже, бассейн. Если тебе повезет, ты просто свернешь себе шею. Да ты что? Хорошо, забирай себе бриллианты, только дай уйду отсюда. Обещаю, я больше сюда никогда не вернусь. Слышишь, клянусь, даю тебе честное слово. Договор. Это все твое теперь. О, Боже! Пойдем, погуляем.
Случится что-то плохое. Только ты не знаешь, когда, да? Но ты уже знаешь, с кем. Так что попотей немножко, как я потел там, в гостинице. Я мог убить тебя прямо на улице, но я не убил. Много веселее было привести тебя сюда. Ты что там смотрел в витрине? Автомат хотел купить? Пулемет? Да? Ну? Show me your green. Покажи мне, что у тебя есть. На это даже пули не купишь. А это все, что у меня есть. Зачем тебе пулемет? Не знаю. Now this is the best persuader in the world. Forget it. Guns are no good. If you get caught with a gun, you wind up in a slammer for a long stretch. Если полиция обнаружит у тебя оружие, тебя посадят надолго. Even knives are bad. Даже нож, это уже опасно. This baby right here. The pigs pick you up. You throw it in the gutter. DA's got no case. You're unarmed. Citizen complains you mugged him. You claim he's a fag. And he tried to proposition you. You had to rough him up a little. Judge sends you walking with a warning. Forget guns. They're no good. You still want that gun in the window? Все-таки тебе нужен автомат, который ты видел на витрине? Я тебе его раздобуду. Знаешь почему? Yes. Угадай. You can't figure it out, so I'll spell. Не можешь понять, да? Я тебе скажу. В этом городе много богатеев. У них Мерседесы, золотые цепочки, кредитные карточки. Я их ненавижу. Сколько я зарабатываю? 3.45 в час, да? Да бифштекс стоит $15. Моему телу нужен протеин. Я сдохну, если буду получать 3.45 в час. Я хочу получить образование и работу, где будут мне платить много. 1500 в день, хотя бы так, а? And some of them don't believe it's loaded. Use a knife. They want to fight. One smash in the mouth. With this and they got a $4,000 dentist bill. Are you reading me, man? I'm trying to educate you. What the hell are you going to do with the machine gun? Use. Это хорошие деньги, правда? Ты еще спишь, а? Гарри, ты не меняешься, уже полдня прошло. Ты что делаешь? Я твоя жена, но мы развелись менее полугода назад, так я все еще твоя жена. Как ты вошла в отель? Твой брат Бен дал мне ключ, он попросил присмотреть за тобой. Он бросил меня, и ты меня бросил, я сам могу о себе позаботиться. Не можешь ты о себе заботиться. Но ты о себе смогла позаботиться. Что тебе нужно, а? Я пока буду здесь. Пока не найду себе новую квартиру. Не открывай. Почему? Я подумал, может быть, мы все начнем сначала, Гарри. Что здесь было? Может быть, ты хочешь вернуться в этот сумасшедший дом? Меня не могут вернуть в сумасшедший дом. Могут. Тебя выпустили условно. Я буду жить у тебя, потому что это дешевле, чем жить в... квартире. Но Бен тебя может посадить обратно, если я ему скажу. Он имеет это право. Если ты хочешь не попасть в сумасшедший дом, то веди себя как следует.
Да я лучше буду сидеть всю жизнь в психушке, чем жить с тобой. Ты когда-то говорил, что любишь меня. Что ты не можешь жить без меня. Почему все так изменилось, Гарри? Кто она? Кто она? Кто она? Так, одна женщина, которую я встретил, подобрал на улице? Да нет, она не такая. Не такая, вас что, представили друг другу, познакомили вас? Ты так грязно разговариваешь. Ты уже спал с ней? Я ее даже не целовал никогда. Настоящая любовь. Ты любишь ее? Ну, если люблю, тогда что? Забудь про нее, ты больше ее никогда не увидишь. Ты не сможешь мне помешать. Я могу помешать ей. Она же вроде врач, да? Я подам на нее в суд за то, что она соблазнила моего мужа. Ты сука. Если я сука, то это благодаря тебе. Неужели ты не понимаешь, что мы не подходим друг к другу? Да, с тобой было не очень весело, но все-таки иногда с тобой было неплохо. Ты говорил, что ты ничего не помнишь. Ты хочешь жить здесь, или ты хочешь попасть в сумасшедший дом? Зачем ты так себя ведешь? Ты никогда не думал, что, может быть, у меня какие-то чувства еще остались? Я любила тебя, я вышла за тебя замуж. Гарри, для тебя это что, ничего не значит? Господи Боже, с того момента, как ты меня бросила, столько всего произошло. Я уже стал совсем другим человеком. По-моему, ты все такой же. Поверь мне, я стал совсем другим. Да. Это твоя врачиха. Она настроила тебя против меня. Ты так отвратительно все это говоришь. Ты хочешь еще увидеть ее? Не увидишь. У вас все кончено, понял? Понял? Все кончено. Ты ее больше никогда не увидишь. Когда последний раз был с женщиной? Я пойду в душ. По-моему, тебе нужно побриться, нет? Как хочешь. Ты неплохой механик, ты найдешь работу. Ничего, проживем, как живут тысячи людей. Ты знаешь, может быть, ты и был в сумасшедшем доме, но все равно ты имеешь право на работу, как любой другой человек. Пойди, побрейся, а я приму ванну. Ты позвонишь своей врачихе в моем присутствии и скажешь ей, что больше ты к ней не придешь никогда. Если она еще раз тебе позвонит или заявится, мы на нее в суд подадим. Гарри, ты меня слышишь? Гарри, расстегни мне, пожалуйста, лифчик. Гарри. Умри, умри, умри. 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 Умри.
Это был ужасный день, медвежонок. Он еще не кончился. Почему ты так говоришь? Завтрашний день есть только у богатеев. А что ждет нас? Никто не знает даже, что мы живы. Никто не может нам помочь. Гарри! Это я, Бен, открой. Кто здесь? Я один. Но ты с кем-то разговаривал. Здесь никого нет. Я слышал какой-то голос. А он что здесь делает? Это мой медвежонок, Тедди. Тедди всегда со мной, Бен. Ты разве не помнишь? Ты с ним разговаривал, да? Да. И он тебе отвечает, да? Иногда. Ты знаешь, что игрушечные медвежата не разговаривают. Знаю. Как же ты можешь с ним беседовать? Давно это у тебя? С детства. Вот почему ты оставил его, да? Мы с ним много чего пережили, Бен. Он мне лучший друг, чем ты. Вот она, благодарность, а? Я столько лет о тебе забочусь. Извини, Бен. У меня плохие новости, Гарри. Продали гостиницу. Ее, наверное, будут сносить и что-то здесь новое строить. Тебе пора переехать. Переехать? Ну куда я перееду? Я найду тебе местечко. Где? Найду, говорю. Только возьми себя в руки. Я не знаю, сколько еще могу тебе помогать. Понимаешь, к тому же я остался без денег. Я поставил там на бирже, решил сыграть, купил эти акции. В общем, мне очень жаль, Бен. Да. Иногда я не понимаю, стоит это всего того, ты вкалываешь, работаешь, а в итоге... Ладно. Вся система распадается. Ты знаешь, я проверяю бухгалтерские книги 50 корпораций, и все они переживают чудовищные времена. В банке черти что творится. Я могу уехать в Канаду, Бен. В Канаду? В Канаду. Тебе придется 10 лет работать, чтобы получить паспорт. Ну, в Австралию, куда-нибудь еще. Нет. Ты не сможешь жить в другой стране. Ты в этой стране жить не можешь. Ты работу не можешь удержать. Наверное, для меня есть где-то какое-то место. Нам нужно было, наверное, поговорить много лет назад об этом. Многих неприятностей мы могли бы избежать. Я могу мыть посуду. Больше никому не нужны посудомойки. Теперь посуду бумажные, тарелки их выбрасывают. Я могу жарить гамбургеры. Школьники жарят гамбургеры. Я не гордый человек, Бен. Я буду милостыню просить, если нужно. А тебе разрешение на это есть? Нужно быть инвалидом, чтобы иметь право просить милостыню. Бен. Сделай меня инвалидом. Ну что ты болтаешь глупости, как сумасшедший? Но я же никогда не был особенно умным. Ты никогда не был сумасшедшим. Лин заходила? Нет. Я звонил ей. Я рассказал ей, в каком положении я очутился. Она хочет вернуться к тебе. Не нужно было с ней разговаривать. А кто еще за тобой будет присматривать? Не ходи туда. Почему? Не ходи. Она хочет снова жить с тобой. Понимаешь, наверное, тоже нелегко жить разведенной женщине одной. Может быть, так будет даже лучше для тебя. Будь с ней поласковее. Вы помиритесь, не обязательно любите ее, но просто будь с ней поласковее. Я много лет не люблю уже мою жену, но что бы я без нее делал? Выбор же нет, Гарри. Ты не можешь оставаться здесь.
Не волнуйся, Гарри, все будет в порядке. Я не знаю, у меня повсюду мозоли из-за этих заплат на носках. Я не могу ходить. Но скоро это все изменится, я знаю, они пропадут. Заходи, Гарри. Я же боялся, ты не придешь. Отель сносят. Мне завтра нужно уезжать. Твой брат знает об этом? Он мне сам сказал. У него самого большие неприятности. Я рад вас видеть, доктор. Пошли, Гарри. Сядь. Вы слышите? Что, Гарри? Всегда где-то бьет барабан. Иногда громче, иногда тише. Но всегда, всегда бьет барабан. С каких пор ты стал слышать барабан, Гарри? Я не помню, когда все это началось. Но вы не слышите, да? Да, доктор? Сейчас барабан удаляется. Where will you live, Harry? Где ты будешь жить, Гарри? Stay at the airport. Может быть, я буду ночевать в аэропорту? Там пару дней можно переночевать, тебя не трогают. Я слушал твои пленки. Я много приняла, хочу помочь тебе. Только скажи, как? Ты не открываешься мне, я не знаю, что у тебя творится в душе. Если бы вы видели, что у меня в голове, вы бы убежали. Хочешь, приходи в больницу? Нет, нет, меня никогда не выпустят оттуда больше. Куда ты идешь, Гарри? Мне нужно вещи собрать. Пожалуйста, побудь еще немного. Нет. Нет, я знаю, что я не нужен вам сейчас здесь. Я не могу играть. Не умею и никогда не умел. Да, слушаю. Ко мне только что приходил Гарри Кёртис. Его нужно снова поместить в больницу. Больше это невозможно, доктор. Я вам говорю, нужно действовать немедленно. Нет, нужно продолжать лечение так, как и сейчас. Но скоро будет нервный кризис. Нет, он никогда не был агрессивен. Он вел себя непристойно, он пился голый в церкви, но за это его нельзя определить в нашу психлечебницу. Что-то надо сделать. Есть решение Верховного суда, что нельзя просто человека взять и посадить в сумасшедший дом. Это нужно сделать или по его согласию, или если он был пойман во время преступления. Сам он не придет. Тогда мы не можем поместить его в сумасшедший дом. Нельзя судить людей. Так вы ничего не сделаете? Я, к сожалению, ничего не могу сделать. У меня руки связаны.
Кто-нибудь, помогите. Стреляй. Гарри. Сержант Блейк, я слушаю вас. Мне нужно поговорить с кем-нибудь из начальства. Сержант Грегори, слушаю вас. Опасный человек сбежал. Кто здесь главный? Я главный. Пожалуйста, заполните эту форму. Я не хочу подавать жалобы, ему нужна помощь. Вы должны заполнить эту форму. Этот человек опасен, я знаю, я доктор. Леди, если он вас бьет, приезжайте сюда, подайте жалобу. Нет, я никого не могу прислать, у нас сейчас нет людей. Нет, леди, мы не разыскиваем потерявшихся собак. У него... Нет, номера у меня нет. У него целая комната полна оружия. Вы ждете разрешения, он вооружен. Он сбивает вас, как же вы звоните сейчас мне? Нужно действовать, а то случится что-то ужасное. Пожалуйста, заполните эту форму, тогда мы с вами сможем разговаривать. Сержант Грегори, слушаю вас. Кто разбил вам окна? Вы не знаете? На улице никого нет? Но откуда я знаю? Да машины все разъехались по дежурству, я не знаю, где они. Гарри! Гарри! Эй! Ну, Гарри, где же ты?
позвони. Мне, Бен. Thank you.
занимались Реймонд Эльмендорф, Памела Бейкер, Наверре Перри, Тереза Мэ Аллен, Джефф О'Хако.